Итак, по поводу жюри. Представьте себе, что в этом году у нас первый раз гендерный перевес. У нас в жюри джентльменов больше, чем дам. Но именно поэтому я джентльменов буду объявлять первыми. Итак, многолетний руководитель площадки «Турнир на песнях», актер шоу-группы «Шут», руководитель творческого объединения «Дориан Студио» Роман Рогозинский «Самара». Наш второй прекрасный джентльмен, руководитель еще одной замечательной площадки «Артистическое фехтование». Режиссер-постановщик любительского кинематографа, руководитель Самарской академии Савин Фальцинга, преподаватель танцевальной студии «Американо» Дмитрий Терехов, тоже Самара. И наша дама. Я вряд ли смогу быстро зачитать список ее регалий, потому что она не просто художественный, а подозреваю высоко художественный, руководитель ансамбля танцев эпохи Возрождения «Зальто дель Темпо», секретарь Ассоциации исторического танца, руководитель клуба старинного танца, организатор ежегодной конференции по вопросам реконструкции исторических танцев в Академии русского балета имени Вагановой, хореограф ежегодного фестиваля культуры эпохи Возрождения «Золотой век Александрийская карусель» Екатерина Михайловна Смольникова. А что касается призов этого года, то вы знаете, что мы каждый раз стараемся найти что-то интересное и приятное для наших участников. Я думаю, многие помнят руководителя шоу-направления Ольги Нори Стукаловой, которая долгие годы едет на Зеландкон. В этом году она не смогла приехать, но она в своей мастерской Нори шила для нас призы. Вот эти замечательные творческие пеналы, которые пригодятся и тем, кто шьет, и тем, кто много пишет словом, что-то делают руками, и, конечно же, вместе с нашим вышитым символом. Так что это не просто приз, не просто купленный где-нибудь, прошу прощения, на Алиэкспрессе, а именно из мастерской бывшего руководителя шоу-направления Зеландкона. Ну что ж, больше мы тут не будем. Жюри представлено. Призы объявлены, очередность выстроена, участники готовятся, и на всякий случай еще раз напомню всем участникам, что мы появляемся здесь, из-за кулис, проходимся по подиуму, даем возможность зрителям и жюри на себя посмотреть, а возвращаемся мы не за кулисы, а сходим вот с этой стороны. И большая просьба, естественно, не убегать сразу после того, как вы пройдете весь этот курс, поскольку призы мы вручаем сразу после того, как заканчивается конкурс. А вот грамоты мы вручаем на открытии. Если же вы победитель и уезжаете сегодня и не можете присутствовать на открытии завтра, пожалуйста, закрытие завтра, тогда, пожалуйста, заранее сообщите нам об этом, и мы вручим вам грамоты прямо сегодня. А теперь все, буквально несколько секунд. Пауза. А, еще одну вещь забыла, конечно же. У нас есть еще один дополнительный приз от казанского фотографа Айгуль Гарми, который в прошлом году предоставляла фотосессию победителю по своему собственному выбору. Кого она выберет, мы не знаем, от жюри ее выбор не зависит. Так что у нас есть призы для первых трех мест каждой номинации, ну и, соответственно, спецприз от нее. А теперь давайте подумаем, как тяжело сам